ProDexpo 2022 на ваших экранах. Здравствуйте, давайте знакомиться. Добрый день. Компания Marmara Berlik, Турция. Производитель натуральных оливок и оливкового масла. Давайте немножко о компании подробнее. Компания Marmara Berlik – это крупнейший в мире производитель натуральных оливок. Производит примерно 220 тонн в сутки. Оливки популярны, экспортируются в более чем 57 стран, включая такие, как Соединенные Штаты, Канаду, Японию, Китай, Саудовскую Аравию и Германию, ну и в том числе и Российскую Федерацию. На российском рынке данная продукция находится всего лишь второй год. Большой потенциал за продуктом. Да, расскажите, с кем уже работаете, где уже можно найти ваш продукт? Ну, я для начала хотел бы рассказать об уникальности продукции, а потом скажу, где мы уже работаем. Значит, уникальность этого продукта заключается в том, что это полностью натуральный продукт. То есть оливка дозревает до своего черного цвета, ее срывают уже бурой, дальше ее погружают в специальный контейнер с морской солью, где она доходит до, соответственно, своего возможности для потребления от 7 до 9 месяцев. То есть она ферментируется. И поэтому оливка такая, она содержит все полезные вещества, свойственные этой продукции. То есть она, во-первых, имеет 25% оливкового масла внутри. Дальше она, соответственно, этот продукт предотвращает заболевания раком, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, пищеварения и, в принципе, благотворно влияет на деятельность мозга. Поэтому эта продукция – это ЗОЖ, категория ЗОЖ. И второе – это снековый продукт. То есть в отличие от традиционных оливок и маслин, которые представлены на российском рынке, эти оливки могут употребляться ежедневно наравне, можно сравнить по частоте потребления, как чипсы, орехи, сухофрукты. Сейчас есть тренд на снеки, и уже вот этот вот момент наступил, когда все больше и больше компаний, которые производят фрукты, овощи, рыбу, мясо, позиционируют свой бренд как снековый. Наша продукция как раз имеет ту самую особенность, как видите, она без рассола. Продукция долго хранится, потому что, по большому счету, это засоленная ягода. И она очень в больших количествах потребляется нашими покупателями. Например, у нас в Озоне представлена вся линейка Marmara Berlik. Из 5 возможных баллов 4,9 максимальный балл по этим оливкам. Люди чувствуют разницу, понимают полезность, понимают вкус и, соответственно, рекомендуют нашу продукцию своим друзьям. И, по большому счету, работает сарафанное радио. Мы представлены в настоящий момент на всех маркетплейсах, Wildberries, Озон. Мы завели свою продукцию в Магнит. Продукция представлена в Азбуке Вкуса. В апреле товар поступит на прилавки Пятерочки, Гиперглобуса. В общем, мы заводим продукцию в торговые сети. Здесь мы на выставке для того, чтобы найти региональных партнеров и заняться распространением по регионам дистрибуции. Хочется вам пожелать удачи, потому что скоро жизнь увеличивается, переходить на снеки. И как хорошо, что снеки теперь еще и полезны. Да, благодарю, спасибо большое.